Евгений Додолев отвел новому гостю необычную роль. Он сыграет, но сыграет на трубе. Анатолий Журавлев в студии. Я пришел с трубой. Но я в следующий раз могу баян принести. И, конечно же, нашел время для душевного отдыха. Не курорт, прямо скажем. Поезжай обратно в Нижний Тагил и поступай в педагогический институт. А в театре была дедовщина? Вот тогда я надеваю черный пояс и начинаю делать вот эти вещи. Все время косяки там в этой Википедии. Вы все хлопали. О, только-только, артист, он молодец. Это такой стыд, который за мной тянется. Золотая рыбка. Анатолий Журавлев. Да, я ваш. Премьера смотрите сегодня в 23:35 на телеканале «Москва. Доверие».